Все! Убери свои руки. Так это где-то амаш. Так, девочки, я сегодня получила на телефоне видео, где бета-чай содержит таблетки. И мы решили проверить, посмотреть. И насколько вот так вот. Правда? Насколько это правда. Открываем чай бета. Ой. Видно, да? Да. Содержатся белые шарики. И еще... Да, нам видно. Вот. Ну и вот еще они. Другой вариант тоже у нас был в магазине. Мы оба варианта взяли. Может, новая упаковка, может, старая упаковка. Бумажки оставь. И мы сейчас еще это проверяем тоже. Поскольку мы нашли два вида этого. Так, я просто вот так открою, чтобы видно было на бумажке. А здесь вообще уйма. Еще восьми куча. Здесь вообще что творится? Угу. Это этот новый вариант, это который старый вариант, который был. Первый новый вариант, второй старый вариант. Это старый вариант, который до этого был у нас. Ужас.